Для того, чтобы качественную медицинскую помощь могли получить жители самых отдаленных населенных пунктов в нашем муниципальном образовании, при поддержке главы района Романа Синеговского, в поселениях каждую неделю проходят выездные приемы специалистов социальной сферы. О том, какую помощь могут получить славянцы на таких встречах, смотрите в следующем материале выпуска. Очередной прием специалистов социальной сферы прошел в Забойском сельском поселении. Жителям была предоставлена возможность проверить уровень сахара и холестерина в крови, сделать кардиограмму, получить консультации кардиолога, терапевта, невролога. Мы продолжаем выезды Центра здоровья для обследования жителей отдаленных уголков нашего района, для того, чтобы можно было возможность обследовать, выявили какие-то имеющиеся заболевания, в дальнейшем дообследовав, поставить диагноз и провести комплексное лечение. Обследования прошли в общей сложности около 50 человек. У 8 выявили заболевания, 27 выданы направления на дополнительное обследование в районной больнице. Помимо медицинской помощи, на приеме можно было проконсультироваться у специалистов Управления социальной защиты населения. Подобные выездные приемы состоятся во всех поселениях района, согласно утвержденному графику. Анна Монастыренко, Георгий Калинин, Александра Тимовская, программа «События».